Аншлаг на стадионе Нарын-Кала в Дербенте. Звезды мирового спорта провели мастер-класс. На открытой тренировке секретами своего мастерства делились олимпийский чемпион Абдул-Рашид Садулаев и его титулованные партнеры по команде. На спортивном празднике побывал Курбан Рагимов. У него есть все подробности. Едва олимпийцы вышли с машин, как их уже окружили юные болельщики. Новость о том, что в Дербент приедут именитые гости, разлетелась быстро и вызвала большой ажиотаж. Увидеть вживую звезд мирового спорта пришли сотни болельщиков. Вам, молодым, каждому желаю стать знаменитым, да, прославить Дагестан на весь мир. Когда сегодня едешь за границу, только и слышишь: ваши борцы, есть там чем гордиться. Ими гордится весь Дагестан и Россия. На стадионе Нарын-Кала царит аншлаг. Чемпионы мира и Европы охотно делятся арсеналом своих приемов. Вольники показывают все, что помогает им выиграть на соревнованиях. За каждым движением борцов внимательно следят дети. Для них этот мастер-класс станет хорошим стимулом к большим победам. Впечатление с детьми встретиться всегда бывает приятно. Это для них, в первую очередь, мотивация для детей. Я тоже таким же был, вот как Рашид рассказал. На самом деле, таких приезд, таких именитых спортсменов всегда мотивирует детей. Поэтому я думаю, что в первую очередь надо поблагодарить главу сегодня, да, Хидри Магомедовича, за то, что организовал эту встречу. И сегодня это для Дербента праздник, большой праздник. И здесь столько олимпийских чемпионов, чемпионов мира. И это для них, я думаю, для детей в дальнейшем она послужит, то, чтобы они занимались спортом и здоровым образом жизни. Да? Борцы не ограничились открытой тренировкой. В конце они пообщались с молодежью, ответили на вопросы. После дети еще долго не отпускают своих гостей. Каждый из них хочет пополнить фотоальбом памятным селфи с чемпионом. Честно сказать, такого я не ожидал. Мне очень приятно то, что столько людей пришло на встречу к нам. Мы, иншаллах, будем стараться каждый раз приезжать, почаще показывать мастер-классы, чтобы молодое поколение видело как бы именитых спортсменов, олимпийских чемпионов, чемпионов мира, чтобы было с кого брать пример. В программу визита делегации спортсменов входила также встреча с мэром города. Хизри Абакаров вручил всем благодарственные письма и знаки за заслуги перед Дербентом. Уроженца самого древнего города России Даурена Куруглиева, ставшего весной триумфатором Кубка мира, поощрили денежной премией. Курбан Рагимов, Салим Алискеров, телеканал ННТ, Дербент.